На всю страну, понимаешь? И что это? Подошла, бежала, говорит, сыграла быстро. Стрела попала в Магину, тем не менее, им, если Магина качала мана Бьорн, тогда они, да, все-таки Блинк, то некоторые качают мана Бьорн, и тогда бы она сейчас так неплохо бы в голову наполучала. Даже, может быть, умерла. Да, скорее всего, и подохла бы. Ладно, ладно, не убили. Триплайн. Типа, пацаны говорят, мы опытные, а вы ничто вообще. Вы какие-то подзаборные дети, потому что здесь Венгар сидит. Да, Венгар на миде, но это сильная стратегия, сильная дота, я вижу сразу, да, 4 ветки. 4 ветки и 2 банки. Ребята, что будет делать Венгар? Что творится? Я не понимаю, кстати, а как вот они будут играть? Венгар у них демагер, да? Ну, это понятно же, да, сильный демагер, конечно. Ну, в принципе, из Венги может выйти демагер, если на 6 слотов оденет и будет переформить друг как-то. Как-то ей удастся переформить. Инвокер, под инвокер сейчас на нее нападает, дается стану, инвокер минус по хп. Инвокер тоже кастует. О, инвокер драпать! Да ты что, от Венги? Ой. Ой, запахло публичным позором просто, потому что это такое? Зачем инвокер-то убегает от Венги? Я не знаю. Нет, это плохо. Плохо, ведь инвокер не рассчитал свои силы, а Венга-то рассчитала, Венга-то знает, на что она может пойти. Вот не лучше, чтобы Магина пошла на соло, хотя бы какой-то, да? Ну, вот опять пошел замес, у Венги полный хп, у инвокера далеко не полный, но есть 3 ветки, и у Венги фласочка, да, фласочка уже заюзана. Но есть курица, значит проблем в принципе нет. Подвезут продовольствие, никаких... Так, и мимо полулес, полуганг прохода, я не знаю, какие-то отводы, не отводы. Ну, в общем, долбят по полной программе Магину, Лину, кстати, вот Лина, наверное, самая такая безобидная, которую можно поймать. И просто ужасно заносить. О! Ой, Нипа, что творит? Ай-яй-яй-яй, уже пошли фейлы. Вот, а первый фейл, знаете, это маленькая дверка в большой провал. Так же могу сказать. Смотрите, ну, сапог есть. А что базилы-то нет? Подожди, сапог-то купил бы. А нафига ты купил сапог, об чем мне интересно? Что, бегун, что ли, я не понял, или что? Ясно. А, еще сбили МП-банку. Бучер, что ты МП-то, я не понимаю, что МП-то восстанавливает, если у него МП, только на хук ему надо, а хук он и так не может, он же не попадает хуком, зачем Нипе, он не попадает хуком, это же понятно. Ой-ой, мало-мало, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и где-то мы провтыкали ФБ, отличная история. А что здесь? Убили Магину, ну прямо на врыве, вот это серьезно, вот это мощное заявление. И на Лину нападение пошло, притянул хуком, отлично, правда попал по нему стан, очень мало ХП. Еще один залп был, и долоны бы дали, и все. Ну нифига, они не дали этого залпа. Так, ну тут, короче, кто круче прострелит, кто круче будет? Федеральный прострелит или Клоперк даст ракет? Здесь стычка с Фуриком. У Фурика полный ХП, у Пуджа нет. Он сам все жжет, подбегает Венга. Дается стан. Да, и станом забивает. Остается живой Профет, хотя он почти сдох. Почти сдох. Он запер себя в деревьях, я не знаю, зачем это было произведено, ну, блин, это было прикольно. И тут вот Виндранер что-то Виндранер, как-то, знаете, сражение на битву, понимаете? Серьезные такие, пауэршот, третий левел, вот так вот. Вот это, да. Чтобы Пуш не убежал. Ага, вот это да, обнимайся с ним, чтобы не... И чтобы он тебе выжарил все твои ХП, да, нормально выжил, конечно, да. Отмазывайся, февраль же играть. Что, февраль, ты надоел играть на профете? В натуре, задрал. Что это за херня? Что ты на одном профете играешь? Что, задрот, что ли, я не понимаю, или что? Нечестно вообще, нечестно. Тебе нужно на этот, как его, на аватарку поставить же профета лицо такое, знаете, грязное, вонючее. Вот, ну, очень любого бомжа с фазала ставишь фотографию, примерно как профет, потому что он тоже такой бородатый, с какими-то непонятными фишками на лице. Какими-то, какой-то корост, я не понимаю, что такое. Ну, что, какое-то кожное заболевание такое серьезное, вообще, посмотрите на его лицо вот это. Что у него на глазу вот это, что это такое, это плевок или что это такое? Я не понимаю, татуировки, может, это какие-то или хрен. И у него борода, последнего борода, непонятно, она синяя, седая. И как будто, знаете, он пил эту синьку и вылил себе на бороду именно. Что это было такое? То есть что-то такое серьезное происходило? Попой какая-то была такая, не на славу. Это как в ДМБ у этого, у прапора, ракетное топливо на грудь вылилось и грудь стала синяя. Тут, походу, борода тоже у него стала. А не, может, знаете, может, профет это синяя борода, он свою жену убивает? Черт ее знает. Может быть. Все ж так может быть. Но пока, видите, ничего не происходит. Синяя борода фармит. Вот. Не знаете, в феврале надо назвать синяя борода. Я думаю, да. Да, я думаю, надо менять, ну, асикап синяя борода. Вот или фиолетовое лицо. То есть что-то такое. Что-то как бы так. Где-то из этого что-то района надо брать. То есть так вот. Примерно прикидывать, там что покруче пойдет. Что-то, не знаю, влезли что-то из этого.
Ой, и что это такое? Слушай, у нас не рентген в банке. Блин, ну ты что, вообще, что ли, зажиточный? Давай, стан. На тебе, стан, на ветерки. Ну, слышь, Винга не отступает. А Винга еще, понял, без террора качается. Вот это сильная дота. Ну, еще много дымага. Слушай, много дымага. Что за... Ой, инвиз. Ой, инвиз. Да-да. Ну, правильно, инвокер инвиз правильно закастил, потому что без инвиза тяжело стоять, его будут убивать просто. Без инвиза это ясно, красный вообще. Ясно, как божий день. Пуш. Неясно. Пуш неясно. Что вот это такое? Клокер, клокер зажался в кустах. Ой, в каких кустах. Убил. Бедный Вендранис. Прилетел, прилетел. Спасать синяя борода свою жену, которую говорит, я сам ее убью. Но не, видите, не помогло, не успел. Не успел он сам ее убить. Да, жаль. Жаль. Вот почему только можно после Дума добивать? Почему только можно, вот знаете, добивать своих героев, когда они отравлены? Нам же можно было их всегда добивать, знаете, накропали, знаете, как рипов там, добил героев, у тебя будут антифраги там. Убийство своих, добил своих героев, там, 5 человек добил, нормально. Даже в команде специально саппорты были, которые добивали героев там, брали по атаке, чтобы побольше своих добивали, неплохо. Ну вот нормально. Хорошая идея, надо Срогу просто позвонить сейчас прям, на мобильный телефон. И по-русски быстренько с матом им рассказать, что мою идею. Так, ну смотрите, Венга, кстати, нормально живет. В банке тут спасибо, всеми делами. Да, инвокер пока, знаете, пока отстает. Но я не понимаю, зачем, конечно, банка была куплена вот в Венге. Это бред, ребят. Это бред, конечно, такой. Почему вообще серьезно, такой клинический уже. Вот, это нельзя такое делать. Нахрен чем нужно. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, там у нас соберет Лотар, там, Доминатор, что-нибудь такое, во что-нибудь такое превратится, и будет мощная Венга. Да, более-менее. Хотя, может, вообще не Лотар, не Доминатор будет собирать. Может, он будет собирать что-то там свое. Что там из головы взятое. В любом случае, мид отдали. Мид отдали именно ей. Именно Венге. Вообще, Фурик, знаете, что-то на мид. Почему Фурик не пошел? Фурик именно в лесу. У него главный аргумент, что Фурик в лесу. Так начинается драка. Вот что-то у Венги, правда, уже минус по ХП. Это неправильно. Венга юзает банку и бежит на руну. Ну, здесь вот пуш. Кто быстрее? Алло! Ой, и взял пуш быстрее, дабл дэмэдж, притягивай сразу Венгу. И стрела какая влетает! Да ладно! Инвокер подходит, просто посмотрел, говорит, ребята, молодцы, что вы с ней разобрались. Я тоже так мог, но я как бы не хотел. Я тоже так думал. Так, дабл дэмэдж, слушай. А и Макина не чешется, и как бы вообще что, насрать? Я думаю, хук. Хук пошел, Лину притащил сразу, старт, в лету, на лету просто дала. Феникс, и что? И что? Не липаемся. А что ты не липнул, если не дала старфу? А МП у тебя не хватает. Ой, не, ну это не, это печально тогда, конечно. Нет, ребят, это не дело. Это не дело такое мутить. Так, что Винга, она обиделась, по-моему. Нет, она купила сапог себе, вот так вот, да? Все, сапог там, костыли, пошло-поехало, понимаете? Ну, пуш слабый, Нипа слабый, вообще нулевой. Что это такое, Нипа? Ё-моё, чему ты так плохо одет? У тебя нету там фишек там ИСА, Нипаш ИСА, Сикап ТВ? У него должны быть там, не знаю, голду себе добавлять в стримах. Ну как, блин, уже рулит. Смотрите, о, и блин, канулся. Но не поймать, конечно, Магину толком тут, конечно, это ясно. Что можно сделать, правда, с этими? С Миранами всякими. Неясными. С Вингами там. Тоже не очень понятными. Ну, ладно, ладно. Не буду тогда смотреть. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Виндранер. Виндранер. Что Виндранер из себя представляет? Виндранер, знаете, что-то не очень сильное такая. Дотерша не очень сильная. Инвокер совсем, кстати, опущенный, по идее. Но у него как бы фейзы, да, по крипстату, я думаю, он больше у него на фарме. Да, сейчас глянем. Дается стан 40, крипстат, кстати, очень-очень нехеровый. Вот, а вот у Винги тут, конечно, 26. Ну да, ребят, это... Ну, видите, инвокер сам пока ничего не может делать в Винге. Потому что Винга так хоп и на хоп. Ой, что-то по ХП с ракеты забирает. Что-то это, по-моему, плохо. Ну, плохо это или хорошо, в Винге пофиг. Так, смотрите, вот. Ой-ой-ой, иллюзии, побежали. Погоди, тут банка. Две банки в команде. Это уже это соперничество. Вингу забирают, инвокер очень мало ХП, просто ее поправляет в него. Но все равно еще жив. Жив, сволочь, а? Нет, и сейчас Виндра не рубью. Включается Виндран. Один промах только был. Ой, как плохо. Виндран дряпает. Ой! Ракета, что, пуш подходит и жрет эту. Просто сожрал. Ой, а где синяя борода? Почему не прилетел?
А смотрите, вот нахлость, а эгоист сидит в лесу, качается. Вот вообще сволочь. Что делает? Что творит? Ну реально, посмотрите, синяя борода, вот смотрите, Венгара жена, смотрите. Ким в натуре, подождите, Венгара жена, Виндранер, Лина, ну и Магина пойдет, че там. Он нетрадиционной сексуальной ориентации, такой, знаете, ну как бы продвинутый старичок, он и с Магиной неплохо там управляется. Вот, тем более Магина ничего не видит, и какая разница, что делать. Так, и что такое? Оп, 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 смотри, пошли. Куда мы пошли? Кого не вычисляют? Они у нас за февралем пошли, то есть за синей бородой. Тихо. О, синяя борода, говорит, ребята, не надо, пожалуйста, меня убивать. Давай, хватай его, чтобы он никуда не убежал. Давай, Пуджа, хватай. О, не схватил. Ну, вот это фейл, ребят, я не играю так. Пойду чат почитаю, потому что не схватил, конечно. А как тогда, как зайти-то? Пытаемся. Пытайтесь, ребята, пытайтесь. Стрим ни о чем. Стрим о игре Dota 2.